Так, будем разбивать. Я в перчатках, так как он радиоактивный, очень опасный. Фу, блин, что в этот раз? Ух ты, что? О! Блин! Фу! Посмотрите, что это! Блин! Какие-то щупальца у него! Фу! Смотрите! Щупальца не шевелит. Блин, что это за существо такое? Дышит, походу. Противно и стрёмно. Точно какой-то чернобыльский мутант. Я смотрю, этот гомункул долго не проживет, эти гибриды долго не живут, так как я не вижу у него рта, так как других гомункулов хотят сразу кушать, я их кормлю бывает. А этот, наверное, долго не проживет. Ребята, посмотрите поближе. Что, какой монстр черноглазый. Фу, блин! Вау-вау! Ух ты, фу! Как он этими руками? Для руки или щупальца? Что за хрень? Ух ты, шо, как он этим глазом. О, ну круто. Вау, блин. Какой-то, блин, инопланетянин, блин. Как из фильма какого-то, блин, чужой, блин. Фу. Это вообще... Эти гомункулы меня всегда поражают и удивляют. Блин, какой он позе. Как будто прыгнуть собирается. Ух ты, шо? Блин, мне страшно. Блин, что он делает? Вау! Что ты за хрень, блин? Я его просто подержал мало. Чтоб не 30 дней, а может хотя бы 60, а может что-то получилось бы. А так какой-то гибрид, мутант. Фу. Вот это гомункулы. Ребята, я надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться, кто зашел первый раз на мой канал. Поставить лайк. Всем пока!